вот от старого детского сада, вот этого, ясельки. Вот. Вон, видишь, наша школа старая, а вон новая. Весь стадион занимает. И смотри, что перед школой делают. Во-первых, стоянку сделали. А из сада делают, не знаю, что, стадион, наверное. Извините, процесс разрушения школы удалось заснять только издалека, сквозь забор, так что качество плохое. Жалко, конечно, что заранее об этом не оповестили, можно было подойти, сделать красивые фотографии нашей бывшей школы. И буквально через несколько дней мы увидим на месте школы только вот перешли мы через улицу Институтскую, поворачиваемся к школе, вот садик. А вот что сейчас вместо школы. Развалины. Все, старая школа превращена в груду мусора. Хорошо просматривается новая школа, новый микрорайон, новые дома. Вместо школьного сада сейчас стадион. Восьмое июля. Пригнали экскаватор, грузовики. Остатки 11-й школы складывают в грузовики и вывозят. Вот видны от керосинки. На месте стадиона раньше был школьный сад. Старая школа, оказывается, такая небольшая. Вот новая школа, новые дома. В те годы по этой дорожке часть моих одноклассников ходила в школу со стороны керосинки. В те времена слева от дорожки был небольшой заборчик. Сосна, около которой всегда фотографировались, осталась. Ну и напоследок давайте рассмотрим нашу школу в последние дни ее жизни. Правда, рассмотреть ее можно было в то время только со стороны дорожки, идущей от керосинки. Со всех других сторон она была огорожена. Какая она была, наша родная школа. И что с ней теперь стало? Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.